Народ последнего города. Человечеству нанесен сокрушительный удар. Разведчики авангарда подтвердили, что Ио, Марс, Титан и Меркурий исчезли. Неясно почему. Связь с заместителем командора Слоун и книжником Ашером Миром потеряна. Мы отправляем стражей во все уголки системы на поиски информации. И когда мы ее получим, мы составим план. А пока мы просим всех лишенных света мирных граждан оставаться в городе. Под защитой странника. Не отчаивайтесь. Наша история знает немало страшных периодов. Но человечество выжило благодаря единству. Мы не бросаем друг друга в беде. Будьте сильными и храбрыми. Странник защищает нас. И мы защитим вас. Стражи выстоят. Они не сдаются. Никогда. Тьма порождает страшных существ. С каждым мгновением они все ближе. Мое будущее начинается не здесь, в отличие от твоего. Пора выйти за пределы света. И начнем мы с осколка. Друзья мои, мы все в опасности. Земля, великая машина, Эликсни и люди. Тьма среди нас. Мы все в опасности. Мой народ должен выжить. Пожалуйста, пришлите подкрепление. Времени совсем мало. Что? Где? О, нет! Она уже здесь! Парик! Умоляю, опять эта штука. Все то же самое. Пусто. Зачем тьма нас сюда привела? Что-то ты притих. Да. Просто мы раз за разом сталкиваемся с тьмой, но не можем ее сдержать. Мы словно бессильны. Я поймал сигнал бедствия. Кто-то в беде. Друзья мои. Варикс? Он должен за многое ответить. Тьма среди нас. Я сообщу об этом завале. Нет, стой. Откуда исходит сигнал? Отсюда. С Европы.
Варикс шлет сигнал бедствия из-за этого хребта. Нужно торопиться. То есть Варикс сменил тюрьму старейшин на это? Ну да, если бы я был замешан в убийстве Кейда 6, я бы тоже спрятался на каком-нибудь спутнике. Источник сигнала бедствия Варикса шел откуда-то отсюда. Патрули падших в лагере, как раз там, куда мы направляемся. Должно быть, они тоже охотятся за Вариксом. Давай поспешим. Thank you.
Символ дома этих падших мне не знаком. С кем мы имеем дело? Здесь кто-то был. Тут следы энергии тьмы. Это технология будущего. Из Ивентайда, колонии Золотого века Кловиса Брея. Она располагалась на Европе. Кто бы здесь ни был, они использовали это устройство, чтобы выследить Варикса. Должно быть, они перехватили сигнал бедствия раньше нас. Отлично. Я обнаружил настоящий источник сигнала. Это недалеко. Нужно спешить. На этот раз это точно Варикс. Если мы не доберемся до него первыми, это сделает кто-то другой. Если еще не слишком поздно. Подожди. Тьма. Она близко, я чувствую ее, но... Она другая. Только предатель, но и вор! Где он? В надежном месте, да? Обыщите здание, найдите его!
Эрмис, старый друг. Эти силы создают хаос. Они меняют тебя. Это... Цепляйся за своего механического бога. С этой силой мы сами вершим свою судьбу. Вечное притворство. Стремление жить прошлым. Как я не понимала. Пусть послужит уроком другим. Варикс должен быть где-то впереди. Есть! Вот откуда идет сигнал Варикса. Секунду, я перехватил переговоры падших. Пусть окружают комплекс. Змей не уйдет отсюда живым. Будет исполнено, Эрмис Келл. Спасительница, быстрее освободи меня. Варикс благодарит тебя. А сейчас нужно спрятаться. Не так быстро. Мы слышали твое сообщение. Тьма среди нас. Что это значит? Нет времени. Они уже здесь. Варикс снова просит твоей защиты. Я спрячусь внутри. Разберись. И Варикс все расскажет. Thank you.
больше их не осталось. Победа, спасительница! Варикс премного благодарен. Тогда докажи это. Нам нужны ответы. Идите к Вариксу, и вы их получите. Но знайте, что наша работа здесь только начинается. Ты не веришь Вариксу, да? Прибереги свое недоверие и упреки на потом. Эликсни, напавшая на Варикса, Эрамис, похитительница кораблей, новый Кел Келлов, объединитель домов. Она хочет создать армию Эликсни и усилить ее с помощью тьмы. Если ее не остановить, она всех нас уничтожит. Ты должна идти. Варикс поможет тебе найти путь. Народ последнего города. Человечеству нанесет... Тьма порождает страшных судьб. Варикс шлет сигнал бедствия из-за этого хребта. Нужно торопиться. То есть Варикс сменил тюрьму старейшин на это? Ну да, если бы я был замешан в убийстве Кейда 6, я бы тоже спрятался на каком-нибудь спутнике.
Источник сигнала бедствия Варикса шел откуда-то отсюда. Падших в лагере, как раз там, куда мы направляемся. Должно быть, они тоже охотятся за Вариксом. Давай поспешим. Здравствуйте. Желаю удачи, удачи, удачи. Превосходно. Ага. Превосходно. Так, Титан, давай посмотрим, что там у нас.
Завад. Это Осирис. Я обещал тебе новости. Время пришло. Рассказывать в общем не о чем. Меркурия, Марса, Ио и Титана больше нет. Но вместе с тем я хочу сделать тебе подарок. Новый взгляд на мир. Я отправляю тебе артефакт, который долго хранился у моих сторонников. Он связан с Ульем. Это клык Зиву Арат, сестры Орикса, одержимого короля. Может, странник и восстановился. Но если он не начнет действовать, мы не сможем победить тьму, если не изучим ее. Возможно, этот артефакт – настоящая осязаемая надежда, а не пустые обещания. Требуется техобслуживание. Новые задачи следует назначать на существующие каналы. Ладно, ладно. Да. Журнал операций обновлен. Выполняю ежедневные задачи. Угодно ракет. Эта штука все равно летает как утюг. Ясно. Отойдите, страж. Сражайся за правое дело. Рад, что ты снова с нами. Заявка одобрена. Улей по-прежнему очень активен. Ты не выглядишь сильно побитым. Держи.
Покажи им. Не сгори. Засиделся я вчера. Я посмотрю. Все готово. Все готово. Здравствуйте, страж. Чем могу помочь? Чем могу помочь? О, я сейчас же проверю. Мы верим, что с нашими товарами путь стража становится еще увлекательнее. Здравствуйте. Безусловно. Ритмичные телодвижения не помогут выиграть битву, но они приносят удовольствие. Лучше получать удовольствие, чем вообще ничего. Это было шасси класса Ford, но переделанное до полной неузнаваемости. Я проверю, страж. Страж. Добудь эту штуку, забери весь металл и отправь. Здравствуйте. Эверверс не просто название. Пожалуйста, это гарантия. Страж, у меня много дел. Страж. Ищу письма на ваше имя. Подпишите здесь. Эверверс не просто название. Это гарантия.
начать поиск? Чем могу помочь? Ваше имя, Страж? Эверверс не просто название. Это гарантия. Уже проверяем. Я готова и ожидаю вас. Конечно, Страж. Она сказала, что хочет самовыразиться, а я не стала возражать. Еще раз здравствуйте. Пожалуйста, Страж, у меня много дел. Мы верим, что с нашими товарами путь Стража становится еще увлекательней. Мы верим, что с нашими товарами путь Стража становится еще увлекательней. Здравствуйте. Чем могу помочь? Поставки дела Фенчерча. Я занимаюсь торговлей. Здравствуйте, Страж. Ваше имя, Страж? Чем могу помочь?
Давай подберем тебе все для нового задания. Защищай стену. Народ последнего города. Человечеству нанесен сокрушительный удар. Разведчики Варикс шлет сигнал бедствия из-за этого хребта. Нужно торопиться. То есть Варикс сменил тюрьму старейшин на это? Ну да, если бы я был замешан в убийстве Кейда 6, я бы тоже спрятался на каком-нибудь спутнике. Источник сигнала бедствия Варикса шел откуда-то отсюда. Патрули падших в лагере. Как раз там, куда мы направляемся. Должно быть, они тоже охотятся за Вариксом. Давай поспешим. Символ дома этих падших мне не знаком. С кем мы имеем дело? Здесь кто-то был. Тут следы энергии тьмы. Это технология будущего. Из Ивентайда, колонии Золотого века Кловиса Брея. Она располагалась на Европе. Кто бы здесь ни был, они использовали это устройство, чтобы выследить Варикса. Должно быть, они перехватили сигнал бедствия раньше нас. Отлично. Я обнаружил настоящий источник сигнала. Это недалеко. Нужно спешить.
нас, это точно Варикс. Если мы не доберемся до него первыми, это сделает кто-то другой. Если еще не слишком поздно. Подожди. Тьма. Она близко, я чувствую ее, но... Она другая. Варикс должен быть где-то впереди. Откуда идет сигнал Варикса? Секунду, я перехватил переговоры Паши. Пусть окружают комплекс. Змей не уйдет отсюда живым. Будет исполнено, Эвенскел. Спаситель, быстрее, освободи меня. Варикс благодарит тебя. А сейчас нужно спрятаться. Не так быстро. Мы слышали твое сообщение. Тьма среди нас. Что это значит? Нет времени. Они уже здесь. Варикс снова просит твоей защиты. Я спрячусь внутри. Разберись. И Варикс все расскажет. Больше их не осталось. Победа, спаситель! Варикс премного благодарен. Тогда докажи это. Нам нужны ответы. Идите к Вариксу, и вы их получите. Но
знайте, что наша работа здесь только начинается. Ты не веришь Вариксу, да? Прибереги свое недоверие и упреки на потом. Элик... Варикс, та сила, с помощью которой Эрамис заманила тебя в ловушку, это... Тьма? Да, мы называем ее стазис. Она противоположна вашему свету и исходит от пирамиды. Она сбила Эрамис с пути. Прежде Европа была убежищем для Эликсни, но стазис осквернил ее. С его помощью она воплощает свою навязчивую идею. Спешит усилить Эликсни с помощью дара тьмы. Если мы не остановим Эрамис, она создаст армию, которая уничтожит свет. Thank you.
Это останки Ивентайда, колонии Кловиса Брея на Европе. Ее построили для тех, кто прибыл сюда создавать Экзо и стать Экзо. До нашего появления Эрамис успела многое раскопать. И все ее находки оказались запредельно опасными. Значит, нам нужно просто отнять у нее все это. Thank you.
живешь под этим куполом? Символ надежды для оставшихся эликсий. И кроме того, напоминание о том, как Эрамис предала Варикса.
Ты живешь под этим куполом? Символ надежды для оставшихся эликсий. И кроме того, напоминание о том, как Эрамис предала Варикса. Thank you.
Я снова чувствую эту энергию. Похоже, Эрмис применила стазис. След тьмы, который тянется за Эрмис, уходит за эту дверь. Но она заперта. Да, с помощью стазиса ты не сможешь преодолеть ее. Значит, мы найдем обходной путь. Все вы здесь по одной и той же причине, потому что вы мечтаете освободить. Эрмис уже рядом. Ей не уйти. Цепи! Они сковывали нас веками! Мы служили так называемой Великой Машине. Даже строили идолов по ее подобию. Мы марионетки собственных устройств. Довольно этого! Сегодня мы освободимся от цепей! Это сила, дар, которым я в свое время поделюсь со всеми вами! Филакс! Снова восстань! Один за другим! Это наше будущее! Враги не устоят перед этой силой! Великая машина познает ту же боль, что и мы! Похоже, что враги уже здесь и жаждут нас испытать. Мы не заставим их ждать. Я это чувствую. Сила слишком велика. Эрмис начала распространять стазис среди своих солдат. Немедленно уходи оттуда. Я вызываю наш корабль. Уходим. Иди!
самом деле есть тьма. У падших. И это очень плохо. Корабль здесь. Налево. Идет за мной. Варикс думал, что Эрамис хочет создать новую жизнь для Эликсти, но темные силы отравили ее разум. Варикс бежал от нее. За это она зовет Варикса предателем. Бежали и другие. Те, кто, как и Варикс, все еще поклоняются великой машине. Сейчас они прячутся. Варикс их не бросит. Если им не помочь, они падут жертвами этой войны. Но можно вывести их в безопасное место. Ты снова здесь. Отлично. Здесь твоя храбрость придется кстати. Варикс
благодарит тебя за помощь. Благодарит всех стражей за помощь. У королевы пробудившихся множество тайных планов. Но ее народ верит. Она знает, что правильно, а что нет. Не все эликсни воины. Мы строители, переговорщики, ткачи, врачи. Проверяю. Подтверждаю. Передано. Есть. Все готово, все готово, все готово, все готово. Что происходит, страж? А ты хорошо там стрелял. По рукам. Я могу тебе помочь. Они не должны застать тебя врасплох. Приступим. Дело сделано. Всегда будь начеку. Деврим снова в строю, да? Мне не хватает его истории, но долг есть долг. Ты же только что заходил, страж.
Варикс надеялся, что Европа станет для нас убежищем. Но мои надежды не оправдались. Мы должны спасти тех, кто не желает жить под властью Келла Тьмы. Тайная система связи позволит нам установить контакт с ними. Варикс, мы готовы. Где первый усилитель? Варикс благодарит тебя.